Ну, с одной стороны, это хорошо, что у тебя собака есть, но с другой стороны, мне ее как-то жалко. Если раньше ты сам со второго этажа прыгал, то сейчас ты еще и собаку заставляешь прыгать. Ты бы вместо того, чтобы вот это прыгать из балкона с ней, ты бы лучше ее дрессировал как-то, там, садись, вставай, бегай, там, вот это вот все, вот. Покажи мне, мелкий, вот ты ее что-то уже чему-то научил или нет? Давай, садись, а ну давай, садись, сидеть! Вот, нормально. А ну встань! Встань! Вот! А это танец какой-то? А? Ну хорошо, давай вот это, давай научим ее команду вот это. Апорт! Сейчас, вот у меня как раз таки есть косточка, давай. Вот, апорт! И... Да! Принеси косточку! Давай! Да не ты, мелкий, а собака. Вот, собака. Апорт, апорт. Апа, принеси косточку сюда ко мне, верни ее. Да... Мелкий, смотри. Не ты собака, а вот ты собака. Вот да, вот ты сейчас на меня смотришь. Косточку принеси сюда ко мне обратно. Апорт, давай. Апа, обратно. Косточку, за косточкой побежал, господи. Да почему мелкий лучше надрессированный, чем ты, собака? Ну, с одной стороны, это хорошо, мелкий, с одной стороны, это хорошо. Ты уже не такой непослушный, каким ты был раньше. Все, короче, вот эту бери. Я-то думаю, что у меня это в ушах что-то жужжит. Это самолет у нас над городом летает. Это, бери, да хватит с ней танцевать, собаку бери на поводок и потопли давай отсюда. Так это же Генка вроде, мелкий. Это же Генка, мы же ему самолет подарили. Ну, как мы? Не мы, а вот этот Дед Мороз. Мы просто ему передали вот этот самолет, который Дед Мороз нам просил ему передать. А ты смотри, какой уже научился даже на нем нормально летать. Генка, да ты, я уже вижу, профессиональный пилот, что ли? А ну давай, вылезай. Вот подойди сюда к нам, подойди сюда к нам. Ты смотри, я тебе вижу, эта махина тебе прям нравится, да, Генка? Да я не помню, когда я вообще последний раз так радовался чему-то. А, кстати, а кто мне прислал этот подарок? Передавайте ему огромное спасибо. А, да там хрыч какой-то бородатый из Северного полюса, он просто нас попросил тебе передать этот подарок. Наверное, родственник твой какой-то близкий, раз тебе вот такой подарок хороший вот сделал, да, мелкий? Вот. А мелкому, кстати, смотри... Собачуру подогнал. Мы ее даже сейчас дрессируем. Вот смотри, она уже даже умеет какие-то команды знает. Вот, апорт! Вот, косточку принеси! Вот. Ну, пока только мелкий знает команду апорт, собака еще не знает. Ну, нормально, отдай косточку, мелкий. Ага. Ну что, Генка, это... Потом дашь прокатиться хотя бы разочек? А то я на самолете вроде только там 1-2 раза в жизни летал, а выглядит вроде очень даже красиво. А, ну ладно, удачи вам, мужики. Ну я тогда пойду еще покатаюсь. Давай, все, давай, Генка. Потом как-то встретимся, отметим вот это вот все дело. Самолет обмыть надо. Полетел летчик, недолетчик, самолетчик. Ладно, мелкий, пошли давай, потому что у нас с тобой еще офигеть, как много дел, которые надо переделать. Я вот к этому к Рикардо в магазин хотел заскочить, посмотреть, как у него здесь дела обстоят с нашей новой коллекцией мерча, которую, кстати, мы в предыдущей серии в продажу вот запустили. Поэтому давай, мелкий, заходи, зови Рикардо. Как же она красиво смотрится, а? А вы, детишки, что здесь тусуетесь, а? Возле магазина, вы это, в сторонку это, разойди. Вы что, ненормальные, что ли? Вас что, тоже дрессировать, что ли, надо? Апорт! Косточку мне принесите! Говорю, разойдитесь, дайте я в магазин за... Встаньте в очередь, дядя! Не видите, мы тут все в магазин собрались. Нифига себе, это... Вы сумасшедшие, что ли? Ребят... Это мой магазин. Это я тут главный в этом магазине. Сейчас, подождите, сейчас. Пять секунд. Ненормальные, господи, помилуй. Здорово, Рикардо. Так,
смотрите, мерч! Сейчас я его надену! С левой стороны я, с правой стороны моя девушка! Это мой мерч, вот этот чупакабры малолетний, это я свой мерч продаю, вы меня в мой же магазин что ли не пускаете или чё? Эдисон, дай автограф, Эдисон, а можно сфоткаться? Ага, только что мне вот это по заднице вот это пинали, да, в магазин мой не пропускали, а сейчас фоткаться, да, ну конечно, сейчас, подождите, сейчас. Ёперный кокос, вообще офигели. Рикардо, ты бы их воспитывал там хотя бы немного. Сейчас три шкета мне на улице задницу надрали. Ты давай рассказывай, как у тебя здесь дела-то вообще в магазине, а? Все просто отлично. Посетителей много, я уже распродал половину мерча. Вот и замечательно, Рикардо, но на этом останавливаться нельзя. Так, вот ты. Заходи, давай. Если вы пришли в магазин покупать мерч, давайте проходите, Рикардо. Обслужи, пожалуйста, нашу вот эту новенькую посетительницу в нашем магазине. А, кстати, а поскольку ты мерч-то вообще продаешь? А то я даже не знаю, какая цена у него. С вас 25 золотых монет. Ну, нормально. А чё как бы нет? 25 золотых монет — это нормальная стоимость. Мерч качественный, хорошо прошит. Вот это всё хорошо, всё. Спасибо большое за покупку. Вот это наноси на здоровье. Уля! У меня есть мерч Эдисона! Всё, не задерживай очередь. Всё, следующий покупатель, заходите, давайте. И ты тоже давай заходи, чё на улице будешь сидеть, пердеть, мёрзнуть, вот это. Всё, давай, пошли. Всё, идите, Рикардо, обслужи наших посетителей, вот это прям по высшему классу, ага. А мы с Мелким пойдем дальше, потому что, Мелкий, на этом наши делишки не заканчиваются. Слушай, может, ты бедную собаку домой отведешь, а? Пускай погреется, что ты ее на улице-то тащишь-то в такую холодрыгу, а? Пошли! Потому что нам с тобой, Мелкий, еще надо к Елене и к бомжаре в гости заскочить. А то подписчики в комментариях под предыдущей серией писали то, что мы забыли им подарки вообще сделать. Поэтому сейчас пойдем, посмотрим, как у них там дела. Никто никому ничего не забывал дарить. Я не хотел беспокоить Леночку. Заходи давай, Мелкий, туда внутрь. Я ее просто не хотел беспокоить, потому что Леночка у нас же стала вот этой многодетной мамой, и у нее сразу тройняшки родились. Поэтому что лишний раз нервы трепать получается. Сейчас пойдем, сейчас проведаем. Правда, у меня подарка вообще никакого нет. Но зато какая разница? Зато просто придем вот это... Друзей проведаем, хорошо время, да, проведем, Мелкий, пообщаемся, вот и все. Если они, конечно, вообще здесь, в мэрии, может, они куда-то пошли, хотя куда они вообще могли пойти, я говорю. Леночка же еще даже не отошла после родов, вот это... Бомжара! Ладно, сами зайдем, сами посмотрим, фиг его знает, что у них здесь происходит вообще внутри. А чё я двигаться-то не могу? Мелкий, чё я двигаться-то не могу? А вот это нормально, Мелкий, то, что у них здесь на входе ловушка какая-то стояла, которая меня связала? Мелкий, я это ходить не могу. Только прыгать могу, и всё. Чё за фигня-то происходит, я не могу понять, а чё у них за ловушка-то здесь была? Кто здесь в мэрии вообще ловушку на полу установил? Развязывай давай, чё ты зыришь-то на меня, я не могу понять, а? Мелкий. А вот походу и те... Охотники на людей, которые ловушку здесь установили, в которую я только что попался. Это самое, тебе бы сваливать отсюда, Мелкий, как можно скорее. И, оставь меня здесь одного, я с ними полностью сам разберусь. Сваливай давай отсюда, Мелкий. То есть вот так вот просто? Я думал, то, что ты останешься, скажешь там, батя, я тебя спасу, там достанешь рогатку, начнешь им фигачить в лоб там камнями, а ты просто реально взял и прыгнул с третьего этажа. Вот это сына воспитал называется, вот это сынишка воспитал. Так, ребятки, это самое, ко мне-то близко,
не подходите, если что. Вообще, мой почти лучший друг мэр этого города. И лучше вам сюда ко мне... Господи, как сложно там прыгать. Лучше вам сюда ко мне не приближаться в принципе. Слушайте, ну мы же... Это мы же сможем с вами... договориться, мне попросите все, что хотите, там, деньги, собаку, у меня, кстати, собака новая есть, если хотите, забирайте, я вот у Мелкого попрошу, Мелкий вам ее отдаст запросто, вот он, кстати, там бегает с собакой, только развяжите, пожалуйста, что вы как не люди, а? Мелкий, лови-ка ты меня там снизу, только смотри, чтоб я тебя не раздавил, давай, бабушке, господи, все, сваливаем, попрыгали отсюда, может ты меня за поводок возьмешь, может потащишь просто сам за собой. Я не знаю, отпусти ты эту собаку-то уже ради всего святого. Мелкий, быстрее, они догоняют! Быстрее! Да давай, что ты там, вот эта собака твоя еще бесполезная, натравили их, и он на них там... Фас, Бобик, фас! Давай, я еще и развязаться-то не могу! Ребята, забирайте собаку бесполезную, она нам не нужна, только отпустите, пожалуйста! Так, ладно, Мелкий, стоп! Дальше бежать, как я понимаю, смысла нет, да? И что вы будете сейчас делать со мной, а? Это... Вы мне что, глаза, что ли, завязали? Ненормальные психи. Вы что за игры здесь устроили? Я не могу понять. Вам что от меня надо? Первый нормальный день в городе, меня уже похитили! Я сейчас даже ничего сделать не могу. Я сейчас не прыгать не могу, не убежать никуда не могу. Я даже видеть нифига не могу. Вы что-то меня тащите куда-то или что? Ну, Мелкий, ты хотя бы на помощь кого-то позови. Я вообще беспомощный, ничего сделать-то не могу. Мелкий! О, наконец-то. А вы это... А вы куда меня присобачили-то, я не могу понять, а? Подвал в этот заброшенный особняк, где вот эти вампирюги проклятые жили с графом Дракулой. Вы чё меня притащили-то сюда? Я не могу понять, да ещё и не развязали до сих пор. Ай, крепко связали собаки, вообще не развяжешься. Ладно, тогда просто вот так вот попрыгаем отсюда, выйдем из этого дома. Эти вот это ненормальные даже дверь за собой не закрыли. Ну, у меня-то какая разница? Мне же даже лучше, что они ее не закрыли. Ой, это, конечно, будет долго, но какая разница? Шарики, подарки какие-то. Очень интересно, что здесь происходило до меня. Вечеринка, наверное, какая-то, но мне-то какая разница? Попрыгаем вот сюда. Ага, как зайчик. Шарики, кока-кола, торт, пицца... Подарки, офигеть, честно, вот я не представляю, что здесь происходило. О, кофе валяется. Мог бы, забрал бы его, но ладно. Затащили меня сюда собаки, да этот дом проклятый, в жизни видеть не хочу. Тут и граф Дракула был, тут и Мелко вроде похищали. И чего здесь только не было в этом доме. То эти воришки-то вообще тогда получается, что они меня похитили? И что они хотят вообще от меня? С Мелким. Ах вы ж собаки сутулые, то вы, ну вот вы если меня связали, ну тогда меня и заберите, Мелкого сына моего, вот это отпустите, что вы от него-то хотите, не могу понять. Вали отсюда, ну ты же просто можешь развернуться и убежать, они ж тебя не догонят, вот вали на помощь, иди позови. А, ну так вот и помощь, Степа, Ритка, вот. Наконец-то! Развяжите этих ненормальных, вообще в психушку надо куда-то отвезти или вообще в полицейский участок! Они меня похитили, прикинь, Степа! Ты дурак или чё, а? Стёпа, какие фейерверки? Ты сумасшедший, что ли? Я говорю, меня похитили среди белого дня.
в мэрии, просто в кабинете у бомжара. Я говорю, меня развяжите, о господи, друзья, дебилы какие-то мелкие, ну ты меня тогда развяжи, что вы все смотрите на меня? Кто-то мне объяснит, что в этом дурдоме за праздник сегодня, я не могу понять, а? Вы что здесь устро... Господин президент! Господи, вот, разве же, вот, за, вот, давай, да, вот, руки, давай, вот, давай, вот, ну, развязывай, на чё вы на меня смотрите все? Психи, ядрит ты колотить, развяжи, вот, так, а сейчас по одному подходим, кому первому топором по башке стукнуть, а? Тебя или тебе, а? Подходите, давай! Ну вы точно чокнутые, я вам это всю жизнь говорю, это моя теория сейчас прям подтвердилась. Это что за квест среди белого дня сейчас был, а? За все твои заслуги, за всю твою помощь городу, за все, что ты сделал. Мы приняли решение отдать этот особняк, в котором давно никто не живет, тебе. В смысле... Этот особняк вы... Ты что за фигню несешь, бомжара, а? Дорогой Эдуард, мы тебе всем городом решили сделать такой небольшой подарок, так сказать. Ну, просто он давно уже здесь стоит без дела, и будет лучше, если вы с Мелким заселитесь сюда. Коллективная шизофрения, да? Сегодня у нас в городе произошла. То есть... Вы сегодня здесь меня вот так вот собрались с Мелким, чтобы мне этот дом, что ли, подарить или чё? А нельзя было просто в двери постучаться и ключи мне дать, психи ненормальные? В смысле особняк? Так это... Так тут мы в этом доме не только с Мелким можем жить, так мы сюда все можем теперь... Это Генка! Это Генки здесь нет. Стёпа, Ритка, так вы тоже к нам сюда давайте приезжайте. В этом доме все просто жить можем. Вы, конечно, спасибо огромное вам за такой подарок, но да, но ремонт-то здесь надо будет прям кардинально сделать. Тут прям все выкинуть нафиг надо, а потом все новое купить. Вы хотите вот этот Чуркистан, я вам честно скажу, но за такой подарок спасибо, дом огроменный реально. А вот сейчас можно и семью завести, и детишек нарожать. Ну, а чё, места как бы достаточно. Ой, Стёпа, ты это фигню не неси. Всё, Мелкий, давай, пошли. В тачку запердахивайся. Ты это, Стёпка, не переживай, мы у тебя машину ненадолго одолжим, ага. Давай, Мелкий, поехали домой. Сейчас шмотки собираем и моментально переезжаем. Всё, давай, вылезай. Подожди, а ты собаку, а где собака? Да без разницы, где-то собака, потом заберем. Так, всё, заходи, вот это, а, собака здесь, вот, здорово, Бобик. Короче, вот это, шмотки свои собирай шмотки, с подарка слезь. Я пойду тогда стол свой собирать, кровать собирать, всё, собирай. Сегодня переезжаем, вот это прям мы в дворце с тобой будем жить, Мелкий. Кто бы мог подумать, то, что бомжара, похититель, псих, вот этот ненормальный, такой мне подарок хороший сделает. Ага.